Китай вводит ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров из США. Как говорится в заявлении Министерства финансов КНР, Пекин пошел на такой шаг в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. В соответствии с законом о внешней торговле, Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на продукцию объемом около 50 миллиардов долларов, сообщают власти Поднебесной. По 545 наименованиям товаров таможенная пошлина начнет действовать 6 июля. В первую очередь это коснется сельскохозяйственной продукции, автомобилей и продукции водного промысла на сумму около 34 миллиардов долларов. А сроки установления заградительных барьеров на продукцию химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическую продукцию будет объявлено позднее. 15 июня президент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25% импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае 2025». План направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят развитию США. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.